Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача-акушера Юрьевецкой ЦРБ. Женщине вменяется причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Летом 2011 года в медучреждение поступила 24-летняя роженица. Врач недооценила тяжелое состояние девушки. Пациентку следовало перевести в стационар более высокого уровня. Кроме того, было показано кесарево, которое не провели. Следствие возбуждать уголовное дело не хотело. Вмешалась прокуратура. Врач-акушер признала свою вину. В результате неправильно проведенных родов, продолжавшихся более 10 часов, родился мальчик с крайне низкими показателями возможности самостоятельной жизнедеятельности. Предпринятые реанимационные мероприятия результатов не дали. Через 4 часа ребенок скончался.